Владимир Ружицкий поздравил сотрудников компании «Продукт-сервис» с четвертьвековым юбилеем. Люберецкое предприятие, которое работает под известными марками «Лебо» и «Серенада», входит в тройку лидеров по производству натурального кофе в России. На предприятии работают более 180 человек. Большинство из них – жители Люберец. Отличившимся сотрудникам глава округа вручил награды. Когда заходишь хоть кому-то домой или в коллектив, сразу чувствуешь атмосферу. Какая она? У вас она легкая, домашняя, такая приятная, комфортная. Я хочу вам сказать, что у вас замечательное предприятие. Я хотел бы вам пожелать, чтобы оно развивалось, двигалось, чтобы у вас повышалась заработная плата. Надеюсь, что 25 – это первый юбилей, такой большой, будет 50, будет 75, мы будем расти, развиваться. Здоровья, благополучия всем вам, на вас все держится. Благодаря вам все это происходит. Маргарита Тимофеева пришла сюда после окончания университета пищевых производств. За 20 лет работы создала около сотни рецептов кофе. Для меня компания «Лебо», ну, не знаю, второй дом, наверное. Здесь проводишь больше времени, чем дома. А коллегам пожелала, не знаю, только вперед. Ассортимент торговых марок широко представлен во всех регионах России. Кофе, который делают в Люберцах, экспортируют в 10 стран мира. И это только начало. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.